Давайте для начала поаплодируем, ну, наверное, всем собравшимся в первую очередь. Ну и также, конечно же, группе «Малина», которая выступила с нами сегодня. Давайте поприветствуем «Малину» дружными аплодисментами. Следующая наша композиция, возможно, знакома кому-то из вас. Она называется «Власть народу». Thank you.
Спасибо, друзья! Попрошу вас поаплодировать прекрасному артисту, бас-гитаристу Никитушке! Привет, ребята! Никита покажет вам свой любимый сценический трюк. Вообще самый любимый. Все умеет считать до четырех? Нет! Плохо! Ладно, не будем показывать, давай сразу песню. Давай. Шутка, давай покажем. Надо Деду Морозу позвать. Давай, давай. Хреново, да, четырех считаем, друзья. Я говорю, раз, два, вы говорите, раз, два, три, четыре. Все, все понятно. Раз, два, не очень, не очень стройный хор. Ну, получше, чем в Калуге, там, где два мужика дрались во время. Все во время отсчета. Да. Но в Курске вообще получше, чем в Калуге, да? Да. Еще раз. Раз, два! Ну что, коронный, может быть? Коронный. Ребята, давайте, ребята, давайте. Мощная, обрывительная, раз, два, три, четыре. Порвем все! Раз, два! Thank you.
друзья. История вкратце рассказанная бас-гитаристом Никитушкой про калужскую драку, на самом деле относится именно к следующей песне. Почему-то именно во время мелодичной и трогательной песни про любовь то в клуб приходят менты, то происходит драка. Надеемся, сегодня ничего такого не произойдет. We'll be right back.
спасибо, друзья. На самом деле, из трех наших визитов курс сегодня самый крутой, как вам кажется. Вы согласны с этим? Не так давно был день рождения одного из наших любимейших музыкантов, Джоя Рамона, вокалиста группы Рамонс. И мы хотели бы следующую песню сыграть как раз авторство Рамонс, несмотря на то, что частично она уже сегодня присутствовала. Она называется «I wanna be sedated». We'll be right back.
вечеринку. Были очень рады играть для вас. Спасибо, что пришли! Пусть будет громко. Пусть будет громко. И наши друзья в различных городах находятся в тотальном ахуе от той ситуации, которая происходит сейчас в нашей стране. Вы понимаете, о чем я говорю. И хотелось бы сказать вам одну простую вещь. На самом деле, панк-музыка не заключается в том, чтобы просто бухать или нажираться, или наоборот быть только политизированным каким-то съехавшим на политике мудаком. Дело не в этом. Дело в том, что нужно думать своей головой. И не нужно, вы понимаете, год назад вы что, спрашивали людей из Киева или из Одессы, покажи свой паспорт, еще мне не друг теперь после этого. Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, все что угодно, это все дружественные братские страны. Все мы люди, все мы друзья. А политики — это те, кто стравливает нас друг с другом. И нам это нахуй не нужно! Yeah.
Сегодняшнюю вечеринку. Спасибо большое. Еще не раз увидимся. Здесь была группа «Керосин». Я тоже.
базе. Окей. Нет, это, конечно, уже второй альбом, второй диск, но все равно. Автограф не помешает. Это точно. А, вот, я смотрю, он в черных тонах исполнен, да? Ну, там внутри есть фотки. Где-нибудь, наверное, не знаю. Хорошо, что я местечко. Бомба! Вот, ништяк. Данила, сделай довольное лицо. Ну, оно у меня что, недовольное, что ли? Что довольное? Все, ништяк. Понятно, что не аудио. А, у меня фото. А у кого, кстати, мы тебе конца, понимаете?